конференции приняли участие представители администрации города, районных и студенческих советов и общественных организаций, казачество и, конечно, ветераны Великой Отечественной. Подобные встречи в любых форматах. Сегодня это и есть преемственность поколений. Если есть в стране преемственность поколений, она у нас сегодня есть, соответственно, есть будущее у молодежи. Потому что у молодежи тоже есть своего рода миссия. Миссия сохранить и приумножить все наши традиции, всю нашу большую государственность. Темой встречи стал актуальный вопрос по противодействию фальсификации нашей истории. Участники выступили с докладами о проблемах, возникающих в политическом мире, и возможных путях решения. Так, например, представители общественной организации ветеранов Сочи считают необходимым увеличить количество академических часов по истории в школах. Все предложения будут представлены в коллективном обращении к органам государственной власти Краснодарского края и Сочи. Обращение ко всем структурам и ко всем общественным организациям о том, что мы уже опаздываем с восполнить пробелы в политическом, нравственном, военно-патриотическом воспитании путем отстаивания истории, исторической правды на каждом этапе, в каждом отдельном заведении, начиная с детского сада.